Я хочу рассказать вам о герое Советского Союза, в честь которого названа одна из улиц моего родного города Междуреченска. Карташов Герольд Филиппович участвовал во многих сражениях, в том числе в боях на Юго-Западном, Степном, Донском, Третьем, Втором и Первом украинских фронтах. В ноябре 1943 года в составе 1-го стрелкового батальона участвовал в наступательных боях на Днепре. За то, что расчетом пушки уничтожил 6 огневых точек противника и обеспечил успешное прохождение пехоты, Герольд Филиппович был награжден медалью за отвагу. 11-12 августа 1944 года во время боев в районе населенного пункта Абликоль Карташов отражал немецкие контратаки. Он лично подавил 5 пулеметов и уничтожил 2 противотанковых артиллерийских орудия и подбил 3 танка. А когда его орудие вышло из строя, Карташов организовал оборону и отразил немецкую контратаку. Захват этого плацдарма позволил развить в январе 1945 года наступление, которое привело к освобождению Польши и вступлению на территорию Германии. В этом бою Карташов получил ранение, но продолжал сражаться, пока не потерял сознание. Его спасли товарищи и вынесли с поля боя. 27 сентября 1944 года указом Президиума Верховного Совета Герольду Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза. Благодаря таким людям, как Карташов, мы сейчас можем радоваться, учиться, работать, просто жить. Его мужество привело нашу страну к победе. Для меня он настоящий герой.